Каждый из 64 выпускников не только талантлив, но еще и трудолюбив, рассказывают педагоги. Одного вдохновения для искусства мало. Важна кропотливая работа. И результат налицо. 135 произведений в разной технике. И от каждого глаз не отвести. Сложно. Много различных идей появляется. И не всегда получается правильно выбрать тему, которая будет интересна именно тебе. И которую ты точно сможешь правильно изобразить. Такое немного волнение присутствует. Все-таки 5 лет мы потратили на обучение. А сейчас вот буквально последняя встреча с учителями и с нашими всеми одноклассниками, с которыми мы провели все это время. Открытие выставки предваряло выпускной юных художников. 28 человек получили свидетельство с отличием, 9 – красные дипломы. Это говорит об очень высоком уровне подготовки, отмечают эксперты. Уровень ровный, все прекрасно, все делается по уму, грамотно. Преподаватели действительно в Череповецкой школе очень хорошие, почти больше половины члены Союза художников. Они участники сами, преподаватели всяческих выставок, поэтому и детей своих они тоже на этот путь творчества очень успешно ставят, как бы я сказал. Прощаться с родной школой, друзьями, педагогами, конечно, немного грустно, хотя чувства в этот момент только светлые. Детей и наставников поздравляли многочисленные гости. Звучало много добрых слов и о живописи. Желали выпускникам, конечно же, творческих успехов. Праздник и веселый, и немножечко грустный, потому что ребята получают свидетельство об окончании художественной школы. Перед ними открываются двери в большую творческую жизнь. Сегодня, ну, как бы старт к новой интересной жизни. А с другой стороны, конечно, немножко грустно, что расстаются они со своими любимыми учителями. Посетить выставку можно до 2 июня. С 8 же числа экспозиция традиционно переместится в выставочный зал на Юбилейной. Посетить ее могут все без возрастных ограничений. Елена Кириллова, Анатолий Холин. Новости.